Астана должна стать центром проведения мировых соревнований по летним видам спорта. Такое мнение выразил президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Он в составе делегации Международного олимпийского комитета ознакомился со спортивной инфраструктурой столицы. Гости побывали на велотреке Сарыарка, стадионе Халык-Арена, посетили Ледовый дворец Алау и другие объекты. Это было неофициальное ознакомление с уникальными сооружениями. Гости приехали в Казахстан на празднование 25-летия Национального олимпийского комитета страны. Все мы прекрасно помним успешное проведение зимних азиатских игр 2011 года в Астане и Алматы. Казахстану удалось задать высокий стандарт проведения таких крупных международных соревнований. Сегодня мы увидели, что помимо спортивных арен для зимних видов спорта, Астана располагает не менее масштабными и функциональными аренами и для летних видов спорта. Думаю, что авторитет и известность Казахстана в качестве арены для проведения соревнований мирового уровня будут расти и укрепляться. А Астана не раз станет хозяйкой мировых первенств.